Сэр Дэниел Фортескью, вновь восставший из мертвых. Великий герой, жалкие останки которого пылятся в самом дальнем углу старого музея. Да, что и говорить, в твое отсутствие многое изменилось. Мир стал совершенно другим. Хотя проблемы все те же. Так что подыщи себе оружие и приготовься сражаться. Да, всякий раз, когда ты увидишь мой мерцающий след, ты можешь вызвать меня, встав на него и нажав клавишу действия.
Хорошо, Дэн, ты прошел длинный путь. На твоем месте я бы сохранил игру. Отлично, Дэн, ты справился с этим. Не слишком пугайся, если ты встретишь того монстра. Постарайся найти его слабое место и будь на коне в любой ситуации. Позже я познакомлю тебя с профессором. А, Винстон, прекрасно. Я вижу, тебе все-таки удалось отыскать его. Рад встретиться с вами, Фортескью. Я полагаю, вы в некотором замешательстве относительно происходящего, не так ли? Что ж, позвольте представиться. Профессор Гамильтон Кифт, маг, изобретатель, магистр оккультных наук, к вашим услугам. Вас, вероятно, удивляет, как вы вновь оказались здесь. Дело в том, что кое-кому удалось добраться до старинной книги заклинаний Зарокко. Зарокко? О, нет. Да, такие, как я, охотились за этой книгой на протяжении целых веков. Сила, заключенная в этих страницах, ух! В последнее время некоторые из них были прочитаны, и вот вам результат. Полный хаос. Прежде всего, нам следует осознать всю сложность положения. Я почти бессилен, будучи заперт в этих проклятых стенах. Главное, постараться подготовить это место для начала небольшой партизанской войны. Винстон уже говорил вам о магической энергии? Отлично, тогда приступим. С помощью вот этого проектора вы можете выбрать, куда отправиться. Если вам удастся собрать в чашу достаточно магии, то я, возможно, смогу вознаградить вас новым оружием. Вы можете забрать его здесь. Насколько я могу судить, источник опасности находится именно здесь. Будьте внимательны, Фортескью. Постарайтесь собрать как можно больше магической энергии и выяснить, кто стоит за всем этим безобразием. Yeah.